Христос воскресе. Воистину воскресе. У меня близкие и родные неверующие. Ну как, в храм не ходят, молятся, в душе веруют. Вот, и говорят, ну ты же молишься за нас, и хватит с нашей семьи. Что им сказать? Ну а зачем им говорить-то? Ничего и не говорить не надо им. Раз они так думают, сами молиться не думают, какая это радость, какая свобода. Крепость молись. Они радости молитвы не знают, а ты за нас молись. Ну, вот нечего есть, но ты за нас иди пообедай. Ну, ни один же так не говорит. А это духовная пища. Им отвечать не надо ничего, потому что они будут ненавидеть тебя. При случае, где-то там, когда они уже в постель ложатся, тут им уже нельзя встать. Тогда можно сказать, молитесь за себя. Ученики просили не как молиться за других, а Богу молиться. Научи нас молиться. И сказал, Отче наш, а за меня бы кто-то молился, а я лег спать. Если друзья, и мы за них молимся, тогда это компенсируется. А если просто молитесь, а сам ничего не делаешь. Самая сильная молитва, когда прямо к Богу. И самая сильная молитва та, когда ты молишься сам. Так отвечают святые отцы. Хотя мы не отрицаем молитвы святых и других просим, чтобы помолили за нас. Но, однако, по величине эта молитва, она трехслойная, трехэтажная. Первая – просительная. Вторая часть – поднимаем благодарение за все. И третья – словословие. И вот церковное богослужение идет, все время вперемешку идет. Так и должно быть. Все. Благодарю. Слава Иисусу. Так, вопросов больше нет. Отхожу.